имя Эдуарда Шеварднадзе? Как отвращение. Я это имя слышу, как мне неприятно говорить то, что я думаю, когда я слышу это имя. По сути дела, это человек, который втерся в это государство и разрушил его, разбил его народы, вверг гражданскую войну. И это ради того, чтобы овладеть своим мелким тщеславием, быть царем Грузии. Народ Грузии ему не простит этого. Я думаю, что Шеварднадзе никогда не утвердится, и если народ Грузии примет такого царя себе, то можно считать, что этот народ не имеет перспективы на свое.